Дорогие друзья, всем привет! Мы сейчас находимся в городе Сочи с нашей командой, где проходим подготовку к очередному международному турниру, который пройдет в Хорватии. Вот сейчас у нас работа в парах. Сегодня мы будем работать с молодежной сборной. Для нас это обычная практика. Ребята готовятся на чемпионат Европы, и мы им что-то покажем, что-то расскажем, поделимся опытом. Это опыт, это вообще престижно, с заслуженными мастерами спорта, с чемпионами мира постоять. Отношения у нас складываются с этой командой нормальные. В общем-то, все идет в дружеских, нормальных отношениях. Сейчас подерутся, потом обнимутся, и все будет хорошо. Да, ну показывай, чему тебя научили в юниорах. Смотрим. Как фамилия? Анатолий. А? Ну вот, смотрим на молодого боксера, выполняем и делаем работу. Глеб, ты сделал уже? Почти. Я тянусь. Равняй. Первый по порядку стоит. Первый. Пятый. Седьмой. 16. Так, успокоились все. По работе. Значит, еще раз говорю. Объемная работа. 10 раундов. Спокойно, легко, свободно на пульсе 160. Нарабатывайте, отрабатывайте свои излюбленные комбинации. Второй номер будет работать произвольно. Бакши Усов. Yeah. Уходим. Мазиков Каверин. Нет. Уходим. Коптяков Акопян Ганежев. Видишь, один против двух. Да. Вот назвали состав пар. Сейчас будем разминаться и в бой. Готовы. Готовы, будем показывать мастер-класс. Ты увидел своего соперника, не страшно тебе? Мне? Ну, немножко. Обычный бег с высоким подниманием бедра. Выше бедра работает. Хоп, захлёстыванием голени. Хоп, руки у головы с выбросом ног прямых вперед. Ножки от головы, от головы, от головы. Прямые ноги. В стороны. В стороны. Хватит болтать. Выключайте. Назад. Хорошо. Вдох, выдох. Поплыли. Вот, энергичнее. Работаем, работаем, работаем. Шире, шире двигаемся. Шире, шире, большую амплитуду, влево, вправо, все время двигаемся. Все время чувствовать, влево, вправо, вот, 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 все время. Мяч в любую руку, пошли, защитные действия на месте. Подход, подход, отход, оттяжка, влево, вправо, крутанули. Ногами четко, спина, плечи работают. Собрани, 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 подбираемся, противник с вами. Вот, вот, веселее, 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 поныряли. Нырочки поделали, поныряли, поныряли. Вот, вот, вот. Уклончики, уклончики, вот, вот. Подставки, отбивы, вот, быстрее, быстрее, быстрее. Подбираем ножки, подбираем ножки. Вот, подбираем. Двигаемся. Хорошо, свободно, легко боксируем. Бью двоечку вам в голову. Под второй удар в ответная или встречная контратака. Пошли. Двигаемся, двигаемся. Все переднее в работе, все двумя руками, четко все делаем. Вот, не гуляем, не гуляем, с ногами разбираемся. Хоп! Все, подобрали, подобрали, подобрали. Увидели, остался, еще догоните, подвинчись, работайте. Увидели, повтор. Два этажа работаем, туловище, голова, туловище, голова. Акцентируем удары еще, акцентируем, жестко, посвободнее. Выбираем все, раскрывать. Хоп! Четко выполняем задание с нападением. Юниоры будут нападать? 100%.
План таков: сначала прибить, обозначить себя, а потом можно и отрабатывать. Шутка, ребята, не надо. Ну, это они думают, что шутка. С нами шутить не надо. Но в любом случае они не будут легко работать. Они нет, конечно. Ну и правильно будут делать. Они, я был в их положении, они должны себя обозначить. Поэтому они сегодня будут заходить и доказывать. Поэтому, так и должно быть. Поэтому такая задача — не дать им себя обозначать. Вот у меня сейчас два боксера, вот Бакши и Максим Бабанин. У тебя, похоже, перчатки пробиты, нет? Да. Специально. Это специальный комплект для юниоров. Юниорский комплект, так сказать. Зря вот так говорите. Вот тут даже, смотри, вот тут даже такой момент. Обрати внимание, у пацанов перчатки 16-18 унций, а юниоры все в десяточках, в клинчевых. Это уже говорит так о тактическом замысле детей. Дети хотят бить мужиков. Ну и пусть бьют, ничего страшного. Мы тоже были детьми, тоже хотели ударить взрослых. Очень долго бинтуют перчатки. Мы опять в своем стандартном розовом комплекте. Он не единственный, но не ругайтесь, ребята. Меньше грязи в комментариях. Мы хотим показать красоту бокса, не более. Первый номер. Вольный бой двумя руками. Атакует, все спокойно, легко, свобода. Второй номер. Все защитные действия. Выкручивает, отбивы, подставки. Придержали, удержали. Но чтобы без всяких замечаний судей. Вот задание. Один бьет, второй не бьет. Глеб, ты бьешь сегодня? Нет, я не бью, меня бьют. Нормально работает, не зарубается никто? Нет, выгоним сразу. Хотел вот парнишки поднять темп, они ведутся, я по факту ничего не делаю, он устает. Посмотрим, как будет дальше. Комбинации, 5-минутная работа, один на другого по 2 раунда. Свои спокойно, 2 минуты отдыхаем. Thank you.
Глеб, как тебе опыт? Футболки поменяйте все, поменяйте футболки! Ну, давай будем откровенными, ничего нового и опыта я там никакого не приобрел. Но приятно осознавать, что молодежь растет. И наше, ну, другое поколение будет лучше нас. Ну, я так всегда думаю. Вот. Сегодня понарабатывали, видишь, дали возможность себя побить иногда. Специально там где-то застояться, пропустить удар, чтобы он почувствовал, ну, как говорится, зубы нарастил, знаешь. Вот, поэтому... Но он дышать достаточно быстро перестал. Да, ну, как бы мы с тренером об этом разговаривали. Моя задача была, ну, я не бил там жестко по голове, я в основном там засаживал в брюхо, чтобы люди тоже понимали. Я просто считаю, что... Ну и мой тренер так говорит, что в основном люди просаживаются именно от ударов по животу. Сегодня это, да, у нас было 10 раундов. Я специально просто поднял темп. Я ему потом объяснил, что не надо вестись на поводу соперника. Надо выдерживать именно свой геймплан, который ты выходишь в ринг. Он повелся на это. Ну, я задал темп, он его не выдержал. И из-за этого мог его бой, ну, как бы, закончиться. Я где-то просто, ну, не нарастал. Темп. Надо просто обдуманно все это делать и выходить и знать, что ты делаешь, что твое самое лучшее, там, скорость это, и пользоваться. Когда заходишь в этот квадрат, ты должен понимать, что ты лидер, это твое место, и ты должен доказывать свое. Антон Юрьевич, что происходит? Я сам не знаю. Ну что, мы вот закачиваем брюшные мышцы для того, чтобы мышцы кора держали удары, чтобы выносливость не терять в бою при пропущенных ударах по животу. Сегодня поработали в парах 10 раундов по 5 минут. Что-то получалось, что-то нет. Ну, я, в принципе, доволен, потому что то, что я на сегодня по плану запланировал отработать, мы отработали. Единственный момент, то, что все-таки юниоры, они еще не окрепшие ребята, и где-то Глеб не в полную силу работал. А когда работаешь не в полную силу, ты где-то начинаешь удар тянуть, где-то оставаться, потому что ты понимаешь, что партнер не вывозит твоей мощи, твоего темпа, и можно остаться без партнера, если где-то жестче накатить, либо попасть, либо темп поднять. Вот. Ну так, в целом, я, в принципе, сегодняшней тренировкой очень доволен. Получилось отработать то, что хотел. Где-то Глеб прибил, отпустил, прибил, отпустил. То есть смена динамики была, смена направлений. Так, нормально, в рабочих моментах.